Деятельность Красного Креста стала основополагающей для многих других. К основным принципам гуманитарной организации относятся нейтральность и беспристрастность. Проекты способствуют развитию культуры и образования, помогают в реабилитации людей после бедствий, обучают детей и взрослых, оказывают психологическую поддержку. А также являются образцом для формирования социальной ответственности, развития эмпатии и взаимопомощи в обществе. Когда ты уже вообще в волонтерское движение, ты уже более работаешь долго, находишься там долго, потому что там не работает, и это все делаешь возмездно, вот, ты уже как-то волонтер масштабного уровня, где любая организация, они спокойно обращаются к тебе, чтобы ты участвовал в какой-нибудь миссии. Волонтерские организации выполняют важную миссию в обществе, оказывая помощь нуждающимся и способствуя развитию культуры, образования и социальных проектов. Участие в деятельности волонтеров не только приносит пользу другим, но и открывает новые возможности для личностного роста и развития навыков. Люди разных возрастов и профессий объединяются вокруг общей цели помощи и поддержки, создавая сообщества, которые способствуют формированию социальной ответственности и развитию гуманитарных ценностей. Волонтерство – это не просто добрые поступки, это источник вдохновения и возможность внести свой вклад в улучшение качества жизни людей. Моя миссия как медик заключается в том, что я следил за именно состоянием волонтеров. Это было открытое место, август, Якутия, там уже холода. Поэтому, чтобы все были здоровы, если какие-то обращения ко мне, то обязательно, а также местные жители. При КФУ там немножко уже другая работа. Здесь мы ведем работу и общественные, и со студентами, и рассказываем. Вот, это есть иногда бывают мастер-классы какие-то по неотложной медицинской помощи, по оказанию первой помощи. Бывают вообще экологические акции, поэтому тут волонтер не должен ограничивать себя в определенный профиль. Профиль он широкий, но самое главное, в конце или результаты этого профиля, или задача этого профиля – это делать добро. Студенты КФУ также придерживаются активной социальной позиции. Учащиеся принимают участие как в небольших локальных мероприятиях, так и в более глобальных. Для них содействие в гуманитарных проектах, возможность личностного роста, взаимодействие с единомышленниками, наращивание новых связей и возможность заводить друзей. Но самое главное – удовольствие, которое они получают при успешном выполнении миссии. Мотивирует волонтера – это внутренние какие-то вызовы, которые говорят о том, что нужно делать добро. Мы все люди, чувствуем друг друга, и когда у тебя есть эта возможность, то почему нет? То выделяй время, выделяй внимание, сила есть, время есть, и это круто. Волонтерские организации играют важную и незаменимую роль в общественной жизни, способствуя укреплению социального сознания, развитию гуманного общества и формированию ценностей жизни. В любой стране мира волонтеры являются надежной опорой для тех, кто нуждается в помощи, и источником вдохновения для всех, кто стремится сделать мир лучше. Кристина Нырова, Аделина Абдрахманова, Николай Осуховский, Универ Новости.